Доброго дня всем, кто смотрит видеоканал «Планета Дзюдо». Я Роман Карасев. И сегодня я хочу продемонстрировать вам один тест, который возможно выполнять дзюдоистам любого возраста. Но все зависит от того, продолжительность теста вы сами можете определять, длину расстояния между базами в этом тесте. Но хочу сказать, что этот тест мы делали в Царивке, в Институте физкультуры в Москве, когда мы поступали в институт, и в процессе наших потом постоянных занятий в институте на специализации дзюдо. Итак, значит, для теста необходимо пространство на татаме выполняется. Необходим, значит, или атлетический мяч, ну, в данном случае у меня он атлетический мяч весом 5 кг. Можно брать чуть больше, чуть меньше, в зависимости от возраста. Можно брать просто блин от штанги, там, 10 кг, 15. Еще раз скажу, что все зависит от вашей физической подготовки и тех целей, которые вы преследуете, и количества повторений. Да? Дальше нужно пространство. Здесь будут выполняться переходы на борцовском мосту, да, с переднего на борцовский мост, так называемые забегания. И нам понадобится вот такой борцовский манекен, с которым мы будем делать броски. Еще раз говорю, количество кругов может быть какое хотите. От 1 до бесконечности. Вот. Расстояние от мяча до... от первого упражнения с мячом или с блином до второго упражнения забегания на мосту и до третьего упражнения, значит, броски с борцовским чучелом может быть любое. Ну, в данном случае я как бы делаю видео ознакомительное, поэтому у меня расстояния небольшие, там, буквально там пару метров. Но, а как я помню, у нас в Институте физкультуры расстояние было достаточно большое. Вот, нам приходилось, ну, как бы бежать, там, может быть, где-то порядка трех или даже нет, порядка 5 метров от каждого, от каждой базы, да, было такое расстояние. Вот. Итак, это было предисловие, а сейчас давайте я покажу, как это выглядит. Вот это был один круг, мяч, мост, забегание и броски борцовского манекена. Таких кругов может быть сколько хотите. Количество повторений вы видели, я делал 4 раза подъем мяча, 4 забегания, 2 влево, 2 вправо и 4 броска, 2 влево, 2 вправо. Еще раз хочу сказать, что количество также повторений, там, 4, 5, 10, это все зависит от вашего личного желания. Конечно же, пробуйте с меньшего и потихоньку идите к большему. Вот такой интересный тест. Пробуйте и смотрите видеоканал «Планета Дзюдо». С вами был Роман Карасев. До новых встреч!